У школьников приближается к концу учебная четверть. Впереди весенние каникулы, а это значит, что есть еще несколько дней, чтобы подтянуть оценки. Но для мальчишек 5-го Б-класса оставшиеся уроки – время помечтать о том, как провести выходные. Ведь проблем с успеваемостью у них нет. Хорошо, я учусь. У меня оценки 5-4. Мне нравится урок математики. Ребята из интерната, кроме того, что хорошо учатся, успевают посещать и городские мероприятия. Недавно они участвовали на празднике Масленицы в детской школе искусств. Также вместе с педагогами бывают в библиоцентре, историко-краеведческом музее и центре творчества. Но самым ярким воспоминанием на сегодня у мальчишек остался поход на цирковое представление. Поэтому частенько на уроках рисования они изображают героев арены. У меня на рисунке есть слон, клоун, обезьяна. Я пока разукрашиваю слона. Пружинка, которую я видел в цирке. Я никогда не видел слона. Хотел бы увидеть настоящего слона. Мы ходили в цирк с братом. Мне понравилась там обезьяна. Я думаю, что животных научить сложно прыгать, скакать. В пятницу мальчишки смогут еще раз насладиться цирковым зрелищем. Только на этот раз это будет представление на воде. Подобного шоу в городе еще не было. Билеты на оригинальное представление, которое станет отличным началом весенних каникул, воспитанникам интерната подарил наш телеканал. Ура! Мы идем в цирк! Лилия Ахметова, Артур Бадретдинов. Информационная программа «Ежедневник».